В Атырауской области проблему с нехваткой мест в детских садах теперь будут решать за счет расширения сети частных дошкольных учреждений. Сегодня в области детские сады посещают 27 тысяч малышей. Из них чуть более 1000 ходят в негосударственные. На очереди еще 20 тысяч ребятишек. Программа, которую разработали в Атырау, должна стимулировать предпринимателей на открытие новых образовательных учреждений. В первую очередь обещают убрать бюрократические препоны. Мы ведем переговоры с поставщиками коммунальных услуг, которые обещают для частных детских дошкольных учреждений снизить тарифы, с банками второго уровня и фондом Даму о предоставлении льготных кредитов на строительство новых.